Обязанности женщины таковы. Женщина должна принять характер мужа и его условия жизни. Принять означает постепенный процесс. То есть понятно, что хочется большего всегда. Женщине хочется уюта. Она не может без этого желания жить. Ей хочется детей. А иногда мужчина не может завести детей, у него не хватает сил, он не может ей создать уют. С каждым годом жизни в этом мире уют создать уже тяжелее и тяжелее. Сколько в вашей стране в среднем надо работать, чтобы была своя квартира? Сколько? 30 лет. Ну, представляете, значит, уже уюта не будет. Уже судьбы не хватает у людей, чтобы создать уют. Уже все, значит, все живут в съемных квартирах, получается. Это означает, что нет смысла этого требовать. То есть нужно просто принять судьбу, как есть. Видите, две обязанности по отношению к мужу главные. Первая обязанность — принять характер мужа. Слушай, ну у всех мужиков, у других мужья-то как лебедушки, а у меня бедоносец. Вот помните «Любовь и голуби», этот старый фильм? Там все правильно показано. Там же пьянчуги были, мужья, у этих женщин. Почему? Потому что они их постоянно пилили. Когда женщина пилит мужа, он спивается, это закон. Если мужчину пилить, он распиливается. То есть женщина распилится, означает спивается. Он убивает свою жизнь. Когда человек выпивает, он убивает свою жизнь. Это самоубийство, вид такой. Есть два способа самоубийства. Один способ — это убить тело, а другой способ — убить разум. Когда человек пьет, он лишается разума потихоньку. Медленное уничтожение разума. А? Когда курит, он просто не может расслабиться, отдыхать, он лишается здоровья. Курит и... Понимаете, когда человек искусственно что-то хочет получить в жизни, он получает взамен на что-то всегда. Здесь есть закон сохранения энергии. Например, ты не можешь расслабиться, тебе нужно что-то сделать, чтобы успокоиться. То есть человек часто не понимает, что он напряжен, он воспринимает как спокойствие. Он курит, он расслабляется. Но эта энергия, вся энергия же, он же энергии лишился, энергия напряжения, идет разрушение здоровья. А когда человек пьет, он тоже расслабляется, но энергия напряжения идет в разрушение разума. Что это значит? Человек становится безответственным, ему все по барабану. Дети как будут жить, все равно, жена как будет жить, все равно. Пропил квартиру, ничего страшного. Это означает все. Нет разума, нет видения жизни, нет чувства ответственности. Теряется разум, когда человек выпивает. Женское пьянство еще хуже. Потому что мужчина пьет, может бросить, женщина пьет, бросить гораздо тяжелее. Потому что женщина — это оплот чистоты в обществе. Когда оплота нет, кто будет соблюдать чистоту? Кто будет следить за культурой жизни? Женщина следит, она является оплотом. В ней заложено это. Она чувствует, пить это плохо, не будем пить, курить это плохо, не будет курить. Если женщина начинает это делать, кто на тормоза включит? Мужчина? У него нет, не заложено в характере включать тормоза. Значит, пьем вместе! Чтобы бросить курить, нужна помощь. Почему женщина курит? Не хватает энергии. Откуда взять энергию? Слушаем голос, молимся вместе. Появляются силы в сердце. Когда? Ничего страшного, помогите сначала себе. Начните заниматься духовной практикой. Молитесь каждый день. Придет время, вы успокоитесь. Первый этап помощи — это спокойствие в сердце. Все будет хорошо, он бросит. Второй этап — взаимодействия. То есть вы можете уже ему говорить по-доброму, у вас есть силы. Надо бросить курить, у вас хватает силы на это. Взаимодействие — второй этап. И третий этап — у него изменения начинаются. Ему меньше и меньше хочется курить. Вы можете так жить свою жизнь.
проделать эти три этапа. Первый этап — я молюсь, получаю силы, в сердце спокойствие появляется. У меня все будет хорошо с мужем. Сейчас спокойствия нет. Вы не чувствуете, что все будет хорошо. А у меня есть спокойствие. Это значит, у меня хватает силы вам помочь. Вы же не сможете за счет меня прожить всю свою жизнь. Вот, замечательно. Значит, там, где у другое, тоже туда надо прилагать молитву. Нет таких вещей, куда бы нельзя было приложить молитву. И нет такой судьбы, в которой не было бы три стадии. Первая стадия — спокойствие, вторая стадия — я влияю на ситуацию, третья стадия — победа. Победа тоже постепенно приходит. Постепенно человек меняется. Итак, обязанности женщины означают... Она, если она не вот этого не сделала, она не приняла характер мужа и его условия жизни, все остальное бесполезно. Она будет ныть, несчастная будет ходить. Принять означает приложить усилия внутренние. Вот я в воду заходил, она начала сводить мне ноги, руки. А мне надо было восстанавливаться, мне надо было лекции читать. И я думаю, что же я сейчас больным пойду лекцию читать? Нет, я пойду дальше. И я в это время душевные силы приложил. Потом раз, тело начало привыкать, потом я вообще там купался, уже не чувствовал воды. Так и в жизни тоже. В какой-то момент нет силы что-то делать. И человек берет силы свыше, он начинает думать о долге своем, о Боге, о молитве. И сила приходит в этот момент. Дальше есть другие обязанности у женщины. Она должна создать атмосферу в доме. Эта атмосфера состоит из простых вещей. Первое — с любовью готовить пищу. Допустим, вы говорите, у нас нет времени, мы едим полуфабрикаты. Нет времени готовить пищу. С любовью приготовьте полуфабрикаты. У вас нет времени готовить, вытащите с любовью из холодильника, с молитвой все смешайте, подогрейте и подайте на стол. Это будет освященная пища. На вашем уровне, на вашей возможности жить. И муж будет меняться от этого. Если вы сами не стираете белье, тогда с любовью кладите ее в стиральную машину. Думайте с любовью об этом белье. И вытаскивайте, развешивайте с любовью. Эта любовь все равно будет в белье. Если вы как бы не убираетесь в квартиру, а убирает квартиру пылесос дистанционным управлением, тогда думайте в это время с любовью о том, что он убирает квартиру. И квартира будет наполняться любовью. Но если вы не вкладываете в эти процессы силы, а это делаете в трех вариантах. Первый вариант — из-под палки, все разрушается в семье, чтобы глаза мои все это не видели. Я же не могу готовить. Хорошо, это муж будет все есть, и потом говорит, я не могу тебя видеть. Вот он, что как бы вы заложили в пищу, то и получили. Если корову кормить целлофановыми пакетами, она выдаст бензин потом на выходе. Вместо молока. Так и муж тоже. Чем накормили, то и выдал. Только женщина может это понять. Мужчина сейчас не понимает, о чем я говорю. Говорит, мне на меня еда не влияет. Не факт. Вы же не знаете тонких всех вещей. Это женщины знают, это их жизнь. Итак, обязанностью женщины является создать атмосферу в семье. Доброта, добрая атмосфера должна быть. Мы все прощаем друг друга. Не надо с сыном разговаривать грубо. Да, строго можешь говорить, грубо нет. Наказывать можешь, но с любовью. Не получилось с любовью — попроси извинений, прощения. Скажи, я правильно тебя, сынок, наказал, но неправильно при этом думал. Не надо было по-доброму тебе относиться. Но наказать мне надо было тебя, прости, извини. Я обязан это сделать. Женщина создает атмосферу в семье. Она следит за порядком, за чистотой. Чистотой в сознании у мужа. Ты что пришел? Посмотри, у тебя губы слюнявые. Что, с какой-то девушкой общался?
Это поддержание чистоты. Она все чувствует. Это волос откуда? Она все видит, чувствует. У меня отец спрятал деньги на выпивку в квартире себе. Я просто был ребенком, я наблюдал за этим, я был очень удивлялся, очень сильно удивлялся. Я все видел. Я видел, как отец делал дырочку в прошивке одежды, сворачивал в трубочку деньги и клал туда себе в одежду деньги. Потом через 5 минут подходила мать, вот так брала одежду, так смотрела на нее, находила дырочку тут же, вытаскивала одежду, деньги. А разок он спрятал, он же не знал, куда спрятать, он спрятал деньги в мусорном ведре. Она даже не глядя в мусорное ведро, она подошла к нему, вышла с этим мусорным ведром на площадку, я начал подглядывать. Она там порылась, вытащила деньги, потом выбросила мусор и поставила ведро. И отец как бы подходит, говорит, где мусор? Она говорит, я выбросила. Ты же завтра должна была выбрасывать. Нет, я сегодня решил. А деньги у нее в кармане. Женщина обладает уникальными способностями. У меня жена точно знает, кто стучится в дверь. Женщина обладает способностью все чувствовать, что происходит с близким человеком. Допустим, я когда сижу, допустим, принимаю пациентов, иногда у меня не хватает сил, я устаю и думаю, что делать, ну посмотри новости. Там залазил в интернет, как только я начал смотреть новости, она прибегает, ты что делаешь? Смотришь новости? Не надо смотреть новости, эту энергию в дом не надо нам. Тут же прям в секунду реагируют. Обязанность женщины поддерживать атмосферу счастья в доме, защищать. Муж уходит на работу, жена... настрои внутренние, чтобы у тебя все было хорошо. В поездку едут, жена, у тебя все должно быть хорошо, все будет хорошо. Заряжает, настраивает, защищает мужа. Так действует жена. Обязанности жены — верность. Женщина знает, что если она сомневается, она думает, допустим, я бы могла себе найти получше. Все запускается, пусковой механизм разрушения семьи в сердце мужа. Потому что она благословляющая сила. Если она думает, я могла бы найти себе получше, все, он начинает смотреть на других девушек. С этого момента прям. Потому что именно верность держит мужчину. Есть только одна сила, которая мужчина это воспринимает как что-то необыкновенное. Как то, что никогда нигде не встретишь. Это верность жены. Когда женщина верная, то мужчина не может... Ну, девушки все красивые, понятно, но он не может переключить себя на другую от жены. Не может, потому что у него нет такого механизма. Верного человека предать невозможно. Почему семьи разваливаются? Потому что у женщин нет этого, ну, как бы, она сомневается в муже. Начала сомневаться, все, до свидания. Потому что даже у еврейских мужей есть все равно итальянская фамилия вторая, Кабелина. Вторая тайная фамилия у любого мужчины. Кабелина означает подвергаться влиянию женщин, поддаваться влиянию женщин. Если жена не дает энергии любви, а энергия любви идет только через верность, вот когда жена смотрит вот такими глазами, ну и глазами верности. В этот момент энергия любви из ее сердца перетекает в сердце мужа, его расслабляет это. Ему становится спокойно, все, ему ничего не надо. Ему хорошо становится дома. Он расслабляется, ему никто не нужен. И другие женщины не могут на него повлиять. Они не могут так раз, глазками стрельнуть. И тяжело дышать начал. Почему? Потому что не хватало энергии любви. Энергия любви передается через верность. Если женщина
видит, у меня муж несовершенный, у него столько-то недостатков, вот тот они-то не так, он меня не любит, он меня предал там, и еще и прочее. Хорошо, садись, молись, прощай, прости все, и опять будь верным. В этом обязанность женщины. Но если женщина не делает этого, тогда она не должна ждать чего-то хорошего от своей жизни. Ожидания будут иллюзорными.